Итак, 8 марта. Вот мы всех, кстати, с праздничком женским. Не всех, а женщин. Вот вышли по параллели к морю. Народу не очень много. Ну, кстати, по параллели уже люди шли с детьми, шли сюда, к морю в праздник. Вот троечка гуляет, сзади идут люди. Такая обстановочка. Собаки гоняют чаек, голубей. Посмотрите, как народу прибавилось. За нами просто толпы, 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 толпы. Ну и вот так выглядит международное женское море. Сегодня оно для женщин. Для женщин вот такое море. Только для женщин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот такие волны, такие тучки. Все это для женщин. Позже пойдет снежок. Вот еще напоследок праздничного морюшка. Прохладненько, прохладненько сегодня от моря. Наверное, +2, +3 градуса всего.